Друзья мои, добрый день. Я на прогулке и шла по дороге в магазин. И хочу вам показать. Смотрите, сколько машин здесь стоит. И что вы себе думаете? Вот это вот, видите? Вот. Машины хотят, их хозяева, они хотят сдать, смотрите, в Goodwill свои донат, вещи. Смотрите, какая большая очередь. Ну, вот это ж вот иду в этот магазин, а по дороге, значит, встретила вот такой банк. OBEE. OBEE. Credit Union. И здесь вот, смотрите, я сначала, когда шла, я думала, что это заправка, честное слово, на вид. А это, оказывается, друзья мои, совсем не заправка, а... Очень интересно, это значит банк из машины. Вот смотрите, машина подъезжает. И вот, не выходя из машины, вы себе нажимаете кнопки и снимаете наличку или платите за что-то. Вот. А вот это вот и есть сам банк. Ну, Rite-Aid. Aid, то я ходила фотографироваться. А здесь такое тоже рядом банк. Ну, там есть парикмахерская, хиропрактор. Ну, в общем, такая небольшая плаза. А с этой стороны, вот смотрите, какая большая плаза. Много машин. А вот на парковке, которые стоят машины, это же все те люди, которые работают в этой плазе. Но это в моем городе, в Олимпии, небольшая плаза. Вот. Ну, что я могу вам сказать? Есть и плаза возле Таргета большая, возле Капитал Мола очень большая. А вот это Subway, продуктовый магазин. И на той стороне тоже видите, сколько машин. Ну вот, о чем я вам говорю. Что здесь все едут. Вот посмотрите, женщина едет на красной машинке одна. Все индивидуально. В красной машинке вон женщина опять едет. Одна. И я вам хочу сказать, что в основном вся молодежь, они не ездят семьями. Они ездят вот индивидуально, сами. На своей машине. Вот просто индивидуально сами. Ну, вот такой банкомат. Я вам все поснимала. Удивительно, но факт. Видите, все отдельно сделано в Америке. Достойно и красиво. Все, друзья, пока. До новых встреч на моем канале Магнитика. Снимаю себя. Видела, как она это все делает. Не выходя абсолютно из машины. Вот так вот. Красота.